Перспективы развития полимерной отрасли Дальнего Востока и меры поддержки локальных производителей обсудили сотрудники промышленных предприятий Приморья в рамках конференции «День переработчика». Учитывая ту ситуацию, которая складывается сегодня на внешних рынках, мы понимаем, что вопрос импортозамещения критичен, вопрос новых ниш важен, а сегодня Сибур, собственно, эти ниши и будет показывать и представлять конкретные, фактически коробочные решения, когда вы будете фактически даже не выдумывать, а можете использовать те наработки, которые уже сделали коллеги из других регионов. Николай Стецко также подчеркнул, что правительство Приморья будет поддерживать деятельность переработчиков. В следующем месяце у нас открывается Центр развития промышленности Приморского края. По поручению губернатора будут выделены конкретные 5 человек, которые будут вас сопровождать. Второе. У нас есть финансовые меры поддержки. У нас есть 100 миллионов рублей субсидии на пилотную партию продукции гражданского назначения. У нас есть компенсация затрат на электроэнергию. У нас есть субсидии на научно-исследовательские разработки. И третье. Имущественная поддержка. Если вы запускаете проект, если вы запускаете свое производство в части импортозамещения, мы с вами понимаем, что это достаточно широкое направление, то мы вам можем предоставить земельный участок без торгов максимально оперативно и быстро. Также в рамках Дня переработчика между промышленными предприятиями были подписаны меморандумы о долгосрочном сотрудничестве, направленном на реализацию новых проектов. Анна Дьякова, новости на Восьмом.